вопроса кончится и этим. Все знали. А что делать? Ой, ничего нельзя было поделать. Ну что, она его полюбила с первого взгляда. У него такой взгляд. Попробуй не полюбить. По доброй ли воле и без принуждения ли вы вступаете в этот союз на 4 года? Отвечаете вы, федерация? Да. Отвечаете вы, победитель? Да. А разве только на 4 года? Пока на 4, а там посмотрим. Знает ли кто-нибудь из присутствующих какие-либо обстоятельства, препятствующие заключению этого союза? Он ее взял силой. Это клевета. Взял силой буквально на глазах у мировой общественности. Полгода жил с ней и зомбировал каждый день. Это не препятствие. Мало ли кто с кем жил. И потом, она же сказала, согласна. Да, федерация, ты же согласна? Я согласна. На все свои 52%. Этого вполне достаточно, чтобы больше не переспрашивать. Понял. Объявляю вас. Живите, как хотите. Аминь. Большая. Много не мало. Господи, пошли без сил. Раз, два, три. О, простите, четыре. Я в первый на вашей евразийской свадьбе. Что они сейчас считают? Войны на Кавказе. Молчи, шут. Вы не отвлекайтесь. Вы давайте ешьте, а то скоро мордобой. Береги ее, Володя. Из рук не выпускай. А то, если хочешь, давай вместе. Спасибо, папаша. Я уж как-нибудь сам. Кто это ест? Знакомая физиономия. Это ее предыдущий сожитель. 9 лет душа в душу. Еле живой ушла. Она не ушла. Просто он ее отдал этому молодому. По дружбе совершенно понятно. Правда, дедуль? Это не дедуль. Это посаженный отец. Размечтался. Посаженный. Вы меня теперь пальцем не коснетесь. Вот. Эх. Пропала федерация. Ну, думаю, началось. Погубили. Простите, я впервые на вашей азиопской свадьбе. Что это? Это ритуальный скандал. Отвергнутый поклонник изображает тоску. Эх, обманули тебя. Досталось ты за поругание иродам демократическим. Душу положу за красу твою советскую! Эх! Мордобой на банкете. Народная традиция, совершенно понятно. У вас все? Ага. И корочку передайте. Ай, загадочная страна. Какие тут еще есть народные традиции? Вот сейчас накатим для смелости. А потом доверенные лица под пение государственного гимна проводят избранника нашей федерации на его рабочее ложе для выполнения им своих обязанностей. Wonderful. Владимир Владимирович, вы скоро? Да, дорогая. Прости, у нас тут небольшой мальчишник, знаете... Она такая большая, это федерация. Я, честно говоря, не очень представляю, что с ней делать. Да ладно. Что все делали, то и вы. А уж мы потом распишем ваши мужские подвиги. Признаться, у меня, как у государственного мужа, совсем мало опыта в таких масштабах. Ну, сразу, конечно, хорошо не получится. Да и потом тоже. Вот вы люди молодые, а я помню,
Один полковник у нее уже был. Понимаешь, в начале века. Николаем звали. И тоже, кстати, родом с Петербурга. Так что ничего хорошего из того же не получилось. Ой, это потому, что он не был полковником безопасности. Молчи, дурак. Хотя нынешний у целом, знаешь, орел. Ну еще бы он был не орел. Такое приданое оторвал. Ну, приданое ее, положим, давно промотали. На наш век хватит. А при чем здесь вы? А я теперь родственник жениха. А наша федерация, она хоть голодная, хоть неудовлетворенная, одну семью всегда прокормит. Он знает. Вы, главное, не бойтесь. У вашей избранницы женская душа, это все знают. Она в глубине души ждет от вас именно насилия. Владимир Владимирович, ну когда же? Я жду. Ну, обнадежьте ее, только интеллигентно. Ненаглядная моя федерация, не волнуйся. Скоро я приду и всесторонне тобою займусь. Я что-то не понял. Он вообще собирается приступить к делу, а? По-моему, уже она ждет от него каких-то конкретных действий. Он в сомнениях. Он еще не решил, с какой стороны к ней подступиться. Ой, я не могу. Да со всех сразу. Дурное дело не хитрое. Эх, пустили бы меня к этой федерации. Ой, я бы ее уже на уши поставил. Пустите к федерации меня. Ну-ка быстро пустите меня. Молчи, шут. Вы хоть подскажите мне, с чего начать? Я думаю, надо уехать на медовый месяц. Куда? В Китай. Почему в Китай? В Европу вас и вашу федерацию уже не пустят. Да, придется здесь своими силами. Ну, Владимир Владимирович, пора идти к ней. А то уже перед людьми неловко. Господа, не пора ли и честь знать? Давайте оставим их наедине друг с другом. Они так давно мечтали об этом дне. Конечно, нам пора. Совет да любовь. О, я впервые видел такой удивительнейший свадьба. Я хочу международно наблюдать до конца. Идем, идем, маньяк. Это ты, федерация? Ну? Что? Ну, давайте, Владимир Владимирович, делайте же что-нибудь. Что именно? Я думала, вы знаете. Вы же обещали сделать меня счастливой. Обещал. Ну? Милая, знаешь, у меня столько дел. Каких дел? Совершенно неотложных. Во-первых, надо добить чеченскую гадину. Ты же мне говорил, что там уже все. А там все. И еще лет 20 подряд будет все. Каждый день. Да. Кроме того, мне нужно срочно сходить на подводной лодке и пресечь несколько провокаций против наших рыцарских спецслужб. А я? Дорогая, немного терпения. Уже к началу лета у меня будет готова концепция нашей совместной жизни на много-много лет вперед. Ты даже не представляешь, на сколько лет вперед это будет. А пока что давай каждый будет устраивать свое счастье сам. Ты свое, а я свое. Ну, вот только не надо истерик. Истерик не надо. И приберись тут. Развела грязь и чтобы было тихо. А то невозможно работать. Тихо, я сказал. Ой.